Ожидали такой легкой победы или думали, что соперник все-таки может оказать сопротивление? Ну, мы понимали, что игра не должна быть сложной, поэтому планировали выигрывать, да. Но настраивались на более сложную игру, получилось легче намного. Как считаете, кто самый сильный конкурент в зимнем кубке у вас? Ну, я думаю, несколько команд. Сосоло, Крылья Советов, Волна. Может быть, кого-то забыл, но вот, наверное, основные соперники. Как вы считаете, какое дальнейшее положение вашей команды будет в зимнем кубке? Какое дальнейшее положение? Ну, вопрос немножко непонятный, но мы рассчитываем на первое место в дальнейшем, конечно, выигрывать каждый матч, выиграть этот кубок и довольными закончить этот футбольный год.